Друзья, приветствую всех на канале Просто Дима. Я на авторынке, который в Задворцах. Комиссионка авторынок. Вот координаты. Давненько я уже тут не был, наверное, может около месяца. Машин тут побольше, скажем так. В принципе, наверное, после Паркхауса это вторая комиссионка по количеству машин, представленных на стоянке. Ну давайте быстренько, машин много, осмотрим, что тут есть. Акцент 1.6, бензин 15 года, 8390 на механике, на тряпке, без мультируля. Быстренько, пройдемся, посмотрим. Ярис Верса. Да еще и дизельный, ребята. Вот это редкая тачка. 3990. 1.4 дизель, 2002 год. Очень хорошая машина, кстати. Если вас внешний вид ее не смущает, то на самом деле авто очень хорошее. Даже с дизельным мотором. Дизель, по-моему, тут, если мне память не изменяет, что-то, по-моему, Peugeot или что-то такое. Очень она, несмотря на свои небольшие габариты, очень просторная она, кстати, внутри. Это такой, ну, если можно выразиться, такой кей-кар для Европы. То есть вроде Ярис, но смотрите, там реально салон трансформируется. Можно сидушки эти сложить, и вот вам это все, большой багажный отсек. 2002 год, еще раз повторяю. Шаран, ребята, в рестайлинге. Еще одна очень любимая в Беларуси машина. 1.9 дизель, 2005 год, S7-290 на литье оригинальном. Кожаный мультируль, кожа, правда, немножко потертая такая. Видно, что тут машина работала, потому что багажник такой весь потертый, что-то загружали, выгружали. Тут что-то, поворотники нет, возможно, крыло крашеное. Дизельный Chrysler 300C, трехлитровый, 2007 года, 8990, друзья. Да, уже он подзадержался, помню я его, этот Chrysler. Хотя, как бы, по-моему, мерседесовский тут мотор стоит, трехлитровый. В принципе, интересная машина такая, и внешне, и внутри. 407 Peugeot, 98 год, на механике, 1.8 бензин. 2700 долларов. Кузов универсал, друзья. Фаркоп. Шкода Фабия. 1.2 бензин, 2009 год. 5290. Тоже, ребята, неплохой автомобиль во всех отношениях. Ну, такой городской, понятно. Городская малолитражка. Механика, ну, комплектация такая простенькая, только стеклоподъемники, кондиционер. Любят эти машины девочки, молодые мамы. Вот она такая небольшая, юркая, с небольшим расходом. Да, конечно, это трехцилиндровый 1.2 моторчик. Может быть, не самый лучший вариант, но ходят они. И ходят неплохо, надо сказать. О, ребята, ничего себе. Audi купе. 2.2 бензин, 83 год. Ничего себе. На механике. Вот это, блин, тачка. Типа под Рикаро там. Салон. Райдовский руль. Спортивный. Ну, тут уже понятно, с ней уже тут колдовали. Арки раскатанные. Конечно. В оригинале, если бы она была, я думаю, что она бы тут не стояла. Литье, ручки вот эти утопленные уже от более новых моделей. Ну, если тут мотор 2.2, конечно, наваливать она должна хорошо. Прикольная тачка. Чем мне купе всегда нравились. Ну, видно, что она облитая. И уже не один раз. Люк.
Так, дальше идем. Passat. Passat этот я помню, кстати, с прошлого раза он еще был. B5, 1.6 газ-бензин. 3590. Кузове седан. 307 СВ Peugeot, дизель. 2003 год. 4490. Ну, наверное, этот двухлитровый HDI. Дальше идем. Омега Б в рестайлинге. 2001 год. Бензин газ 2.2. 2690 долларов. Кожаный салон. Механика. Немножко такая вся в царапках. О, ребята, смотрите, Приора. Лада Приора 13 года, 1.6 бензин, 2990. Фига себе. Универсальчик. Дальше идем. Это Логан первого поколения. Дача Логан. Ну, то же самое, что и Рено Логан. На метане 2008 года, 3990. Ну, если на метане, то на 90%, ребята, машина была в такси. Вот такой вот пыжик. 4350, 207, 1.6 бензин 2008 года на АКПП. Да, АКПП или робот, хэтчбэк. Оранжевый цвет, тоже, по-моему, он был. Мне память не изменяет. Так, еще один минивэн, но это уже, ребята, Альхамбра 99 года, тоже 1.9 дизель, 4100 долларов на красивых литых дисках. Ну, понятно, механика, сзади шторки каркасные, фаркоп и сразу же пасик B4, друзья. Механика, велюровый салон. 1.8 бензин, 2.290. 95 год. Astra G. 1.7 дизель, 2.650. Помню, 2000 года. О, ребята, соточка C3. Ничего себе. 1.8 карбюратор, 87 год, 790 долларов. Высокая такая, задранная, с фаркопом. Ну чё, за 790 долларов, то есть меньше 1000 долларов. Я думаю, что машина на ходу будет, по-любому. Дальше идем. Вот настоящий японский внедорожник, Nissan Patrol. 7990 долларов за 2002 год, 3.0 дизель. На коже, на механике, на кожаном руле, там деревянные вставки. Ну, как бы, ребята, неплохой, в принципе, внедорожник, настоящий, рамный, японский. С обвесом кое-каким. Ну, как бы, даже по кузову надо и по салону сказать, еще в неплохом состоянии, с таким вот кенгурятником. О, и еще один Hyundai. Это, по-моему, Галлопер, да? Да, Hyundai Галлопер. Это аналог, по-моему, Mitsubishi Pajero. Да, 2.5 дизель, 2001 год, 3950 долларов, друзья. Тоже неплохая машина. Ну, полностью содранная с Mitsubishi Pajero, не помню какого поколения, тоже вот такой вот кенгурятник такой серьезный. Ну, блин, два внедорожника, два красавца. Дальше идем. Opel Vectra B, 1850 долларов, 1.6 бензин, 98 год. И Audi A4 в кузове B5,
95 года, 2350, 1.8 бензин. Ну, что-то сгнило как-то Audi, честно говоря. Да, тут вопросы. Короче, ее надо заниматься кузовом конкретно. Вся такая подшатанная. Так, Touareg этот я тоже помню. V10, который 2004 года, 5-литровый дизельный, 8500. На коже, на роже, на автомате и на топовом моторе. Дальше идем, еще один внедорожник. Ничего себе, это может после Jeep-феста все начали от своих внедорожников избавляться. Land Rover. Странно, сухо под Land Rover. Возможно, все вытекло уже. Discovery 2.5 дизель 2000 года, 5400 на автомате, немножко салончик такой подряпанный, такой комбинированный, тряпка и кожа, фаркопчик, запаска. Не, ну надо сказать, еще более-менее состояние. Ну есть, понятно, там огрехи. Это, наверное, оригинальный у них кенгурятник. Дальше идем. Jetta американка 2002 года, 3999 за 2002 год. Цвет и салон, автомат, само собой. Ну, это у нас Бора называется в Америке Jetta. Кадетик. 499 долларов, ребята. 500 долларов. УАЗ 2.7 13 года, 4400. Нива 1.7 2007 года, 2500. Это как она? Нива Тайга или как она называется? Это четырехдверная с удлиненной базой. 21.31. Да. Дальше идем. Вот этот вот Ford Windstar, по-моему, здесь давненько уже. Да, 3.8 бензина, КПП, 3000 долларов. Чуть-чуть снизили цену. Дальше пойдем по минивенам американским. Grand Caravan Dodge, 2004 год, 3.3 газ-бензин, 3990. Велюр, автомат. Фаркоп, немножко тут вот задние арки. Так, Шаран в рестайлинге 2002 года, 1.9 дизель, 5290. Велюровый салон, механика, такой красный, такой пожарный цвет. Фаркоп. И еще один минивэн, только японский уже, Toyota Picnic. Механика, велюр, 2999, 2.2 дизель 2000 года. Ну, немножко по кузову такая, с нюансами. Opel Meriva, 1.7 дизель 2007 год, 4300. Со светлыми такими бирюзовыми вставками, салон, литье. Ну, по кузову еще более-менее. Так, Peugeot 806, 2.0 дизель 2000 года, 4150, друзья. Непонятная механика. Тряпичный салон. По-моему, он тоже был с прошлого раза, если мне память не изменяет. Но могу и ошибаться. Chrysler Voyager 3.3 бензин 99 года, 3250. Это уже предыдущего поколения Voyager. Тоже крепкая машина, большая, вместительная, там для семьи, для какого-то небольшого предпринимателя. Ну там на крышке жуки. Ну так по салону еще ничего, даже такая. Бампер тоже что-то полез. Лак.
Renault Scenic 1.9 дизель, рестайлинг, 2000 год, 3290. Велюр. Механика. Тут походу вот эта задняя часть красилась. Какая-то матовая она. А может и не только задняя. И сложно сказать. Да, такое ощущение, что целиком облитый. Вот такой вот малыш Toyota Aygo или Aygo 1.0 бензин, 2006 год, 3700. Маленькая такая городская девчачья машина, но четырехдверная, что самое интересное. Да, конечно, багажника тут практически нету, так пару чемоданчиков небольших и сумочек дамских. Крыло заднее правое подгнило. Но машина для города, конечно, в самый раз. И вот Ярис. Ну посмотрим, сколько тут Ярис. Тут 10300, а там, по-моему, 10500. Тоже 17-й год, 1.0 бензин. Ну тут, по крайней мере, цвет хоть серый металлик, не белый. И тут кожаный мультируль, кожаная оплетка руля. И даже есть какая-то магнитола. Ну, в смысле, мультимедиа. Возможно, даже камера заднего вида есть. Не, камеры нету. Ну, цена чуть-чуть дешевле, чем у того. Ну, не знаю, может, пробег больше. И вот такой вот есть Renault Megane. Тоже 4-й, 1.5 дизель, 18-й год, 12690. Белый цвет, кузов универсал. Кожаный мультируль, шестиступенчатая механика, подлокотника нету. Ну так, сидушка чуть-чуть подтертая. Ну это, скорее всего, да, Польша, там лизинг берут эти Renault. Потом лизинг выплачивают и продают. Передние и задние стеклоподъемники, клима, ну такая комплектация тоже не жирная, скажем так. Ну и машина свежая. 18-й год, 3 года машине. Друзья, 12 за 12690 вы, наверное, сейчас пола даже не купите в такой средней комплектации. А тут все-таки Renault, универсал, дизель. Так, и крайний автомобиль на сегодня, друзья, Citroën C Elise. Ну, это, я так понимаю, C4. 1.6 бензин 13-го года. 7590. Оригинальное литье, подлокотник, руль кожаный, но не мульти, пятиступенчатая механика, кузов седан. Вопросы по заднему бамперу. Элис Ханкок, хорошая очень резина сзади, спереди немножко другая, континенталь. Каркасные шторки, передние и задние стеклоподъемники, друзья. Черный цвет, противотуманки. Ну вот, собственно говоря, друзья, вот такой вот был обзор. Еще раз повторяю, это автокомиссионка «Авторынок». Находится она за МРЭО, за Дворцев, тут на парковке. В чем плюс? Ну, уже неоднократно я говорю, что тут всегда вы можете взять кредит, лизинг на авто, то есть вы можете свое сдать авто, то есть пригнать, его вам оценят, если вас она устроит, вам тогда, и вы выберете машину, как бы в зачет, как первоначальный взнос, вам эту сумму зачтут. Вот. Ну, а оставшуюся сумму, если вам не хватает, можно взять в кредит или в лизинг, друзья. Все, вот такой вот был обзор, всем большой респект, с вами был просто Дима, и увидимся на канале. Всем пока-пока!